Кунгурики возмущаются в районе Иренского моста, рубят деревья. Жители сбиваются в догадках, размышляя над тем, кому и для чего это понадобилось. Что это? Ранняя процедура кранирования или это место в скором времени будет застроено? Среди слухов и предположений о строительстве здесь новой набережной. Ведь избавляются от деревьев в районе дамбы и лишь на определенном участке. Наша редакция решила разобраться. Как удалось выяснить, корреспондентом, инициатором вырубки стал предприниматель, депутат города Владимир Никифоров. Он возводит неподалеку от этого места гостиничный комплекс. Главный замысел такого поступка – открыть вид из гостиницы на реку. Разрешение получено. Мы в рамках разрешения эти деревья убираем. Они, во-первых, и угрозу линиям электропередач составляют. Ну и некрасиво, конечно. И сами знаем, что от них и пух тополинный. И они очень тонкие и высокие, могут упасть и на машину, и в реку. Кроме того, в планах у застройщика на месте спиленных деревьев построить красивую набережную. Проект ее уже существует. Благоустройство набережной, наверное, вопрос, может быть, не ко мне, больше к администрации. Мы выходили с предложением к администрации, у нас есть даже проект по строительству набережной. Сделали мы его за свои деньги. Вот. Проект этот существует, но напряженность как бы с деньгами в городе. Знаете, что в этом году был бюджет принят дефицитным, порядка 7 миллионов дефицит бюджета в этом году. Ну вот на будущий год я с Ларисой Ильиничной разговаривал, если будут какие-то деньги, то может быть на строительство набережной будут выделены. Если депутаты городской думы подключатся к реализации этого замысла и проголосуют за создание нового объекта отдыха, то вероятнее всего в ближайшее время в Кунгуре появится новая набережная. Более подробно о проекте застройки и элементах благоустройства берега Ирени расскажем в следующих выпусках программы «Город новостей».